Всем привет, ребятки, с вами я, Нубик. И в прошлой серии, ребята, мы построили вот такой вот домик для наших жителей. Две кроватки такие голубенькие. Ну, это просто цвет такой голубенький. И вот наши жители. Привет, ребята. Так, со мной они разговаривать не хотят, ладно. И также мы посадили здесь вот такое вот небольшое поле с... арбузами. И давайте мы сейчас возьмем, знаете что? Скелетную муку. Так, мука скелетная. И немножечко мы здесь сделаем так, чтобы у нас что-то довыросло. Вот так вот. Так, да. Так, это почему-то не то самое. Не развивается. Ой, у нас ночь уже. Смотри, ребята пошли в домик. Потому что ночь наступила. Все, смотри. Все. Давайте понаблюдаем за ними. Вот они легли спать. Тут где-то еще одна кроватка была. Давайте мы еще одну кроватку сюда поставим. Все, на этой кроватке буду спать я. Сверху. Это чтобы у нас быстренько день наступил. О, проснулись. Так, а вот они вдвоем. И пошли. Куда-то. Давайте займемся нашими помидорами, так сказать. Арбузами нашими, красными. Немножечко мы их... Ух ты! Цветы выросли, видишь как? Я уже хочу видеть здесь арбузы. Потому что на заставке у меня арбузы есть. А арбузов, так сказать, еще не выросли. Ладно. Кто там уже? А, уже зомбари уже бегают, ё-моё. Ладно, пусть бегают, ничего страшного. Если что, мои ребятушки спрячутся. А, ну все, ладно, посадили, что получилось. Где-то что-то да вырастет. О! Ребята, вот и первый арбуз у нас. А, нет, вот еще второй арбуз вырос. Ну это хорошо. Все, не будем туда мешать арбузикам расти дальше. Пусть растут. Ну, а я хотел бы еще построить небольшой домик вот здесь на участке. Наверное, вот здесь вот. Где будут другие жители жить. Потому что у нас жителей, в принципе, много. Возьмем кирпичи. Возьмем дверь. Будем делать мощный дом. Так, ну давай фонарь еще возьмем. Здесь у нас будет типа мэр жить. Мэр. Мэр, ну типа мэра. Да, сделаем. Сразу двери ставим. Две двери. И дальше строим из кирпича домик. Не знаю, какой большой домик будет или нет. Сейчас посмотрим. Очень-очень мешает вот здесь вот листва. Вот это вот. А где-то у меня, слушай, было ведро с водой. Давайте заберем. И сейчас я сделаю такую штуку, чтобы тут ничего не росло. А, нет, нифига. А, оно за ним... Оно... получается, что не получится у нас сейчас с ведром сделать, что я хотел. Ну, ладно. Давайте строить дом. Да, в принципе, здесь пока хватит. Если что, мы всегда сможем достроить несколько комнат. Все. Теперь здесь выбираем землю. Здесь мы сделаем. Покрытие будет другое. Покрытие у нас будет из березовых досок. Выкладываем пол. Полностью. А тут, смотри, у нас вот так вот еще нужно сделать. Дальше строим. У нас все будет как бы сделано из кирпича. Тикс. Такой вот большой кирпичный домик. Здесь я сделаю... Повыше будем делать. Так, первое окошко будет у нас. Так, здесь раз, два.
А здесь почему-то у меня... Почему-то я не так сделал. Почему у меня здесь меньше? Ладно. Исправим это все дело. Уберем здесь. Вот, хорошо. А теперь нам нужно будет пол заменить. Все, сделали. Так, дальше. Здесь будет у меня окошко. Здесь будет колонна. Да что ж такое? Вот так вот. Здесь так же самое повторяем. Ставим. Здесь будет большое такое окно. Так, колонна. И вот эта часть вся. Вся вот эта часть, мы ее, в принципе, закрываем стеной наглухо. Вот такое окошко мы оставим. А, такой домик получился у нас. А давайте поставим сразу кроватку. Одну здесь, одну здесь. Нет, далеко как-то. Давайте вот так вот рядышком две поставим. Дальше делаем мы, ребята, с вами, естественно, крышу. Крыша будет у нас вот из такого материала. То же самое, как и спол. Спол будет у нас березовый. И крыша тоже березовая. Все, теперь это все дело нам нужно закрыть. Закрываем всю площадь. Может быть, какой-нибудь я даже оставлю здесь, получается, свет, чтобы был. Сейчас я покажу, как у меня в приоритете. Так, тут три, а здесь тоже три делаем. Здесь делаем два, и здесь два. А здесь такое будет окошечко из стекла. Так, нам нужно стекло, ребята. Стеклянная панель. Берем белую стеклянную панель. Будет у нас белая стеклянная панель. И закрываем здесь все это дело. Подождите, нет. Не так. Угу. Ладно, меняем тогда не стеклянную панель, а другое берем. Стекло. Такой вот строительный блок. Так, буду уберем. Надо блоком ставить. Все. Отлично, будет у нас здесь светло. Так, дальше. Панельки ставим стеклянные. Неплохой такой домик получается, да, ребята? Вот еще, смотри, какое огромное у меня окно здесь. Все, и закрываем стеклянными панелями. И эту тоже амбразурку закроем. Вот таким образом. Вот достаточно-таки большой светлый дом. Нам нужно здесь сундук поставить. Нам надо здесь поставить печку. Так, что еще сюда поставить, ребята? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Куда поставим печки? Может, наверх? Нет, печки наверх не будем ставить. Мы вот здесь поставим печку. Две печки будут. Сундук один сюда. Один сундучок сюда, один сюда. Один сюда. Пока нормально все. Можно здесь еще пару сундучков поставить. Давайте с освещением подумаем. Я буду делать вот, типа люстры. Вот таким образом. Красиво получилось. Люстра такая. Так, а здесь тоже мы сделаем такую отмостку из кирпичика. Здесь тоже не должно быть ничего вот так вот. И кирпичиками мы здесь сделаем. Кирпичи нам тоже нужно будет. Ой, не кирпичи, а ступеньки тоже надо будет сделать из кирпичей, да? Ступеньки из кирпичей. Ищем ступеньки. Ищем кирпич. Так, опять английский язык. Кирпичи. Вот они, кирпичные ступеньки, ребята. Потом надо будет нам житель нужен. Житель. А, житель нет, не ищет. Крестьянин.
Вот. Ставим здесь ступеньки. Вот. И сверху мы тоже. Ну, не знаю, как с кирпичом будет нормально. Нет, что-то все кирпично не пойдет. А где у нас ступеньки? Ступеньки. А давайте возьмем призмариновые ступеньки. Смотри, какое название красивое. Они, во-первых, сами красивые ступеньки. И это же у нас тут же будет мэр, как бы, да, жить. Поэтому я не думаю, что обычные ступеньки мэру понравятся. Тут мэр будет жить со своей семьей. Ну, у нас как бы деревня начинающая. О, ночь происходит. Ночь наступает, ночь. Так, ладно. Значит, сразу мама, папа и ребеночек их не будет. Все. Здравствуйте, как вам нравятся домики ваши? Все, ребята, они заснули, им хорошо. Давайте закроем дверь, чтобы к нам никто не прибежал. Так, эти ребята тоже у нас колхозники живут. А это будет мэр с женой. Да, смотри, на них прыгаю, и они этот сползают с кровати. А вы что с открытыми глазами-то спите? Так, а это их не сыночек. Эх, ладно, идем. Так, я бы еще на улице, может быть, какое-нибудь освещение бы сделал бы. Да, конечно. Вот так вот. Во. Ну и по краям вот здесь сделаем освещение, чтобы светло было. Чтоб всякие мобы не бегали здесь. А, он уже, вижу, паук какой-то бегает. Ну, вот таким образом. Вот таким образом мы сделали домик для наших жителей. Давайте посмотрим. О, прикольно, прикольно. Интересно. Так, а ну-ка, у меня сохранилось, нет? Ну, давай я знаю, что сделаю сейчас. Быстренько посплю. Чтобы наступило утро. И мы посмотрим днем, как это все выглядит красиво. О, наступил день. Так, ребятки наши уже мэр проснулись. И пошли гулять. Так, а крестьяне у нас, крестьяне, да, здесь будут у нас такие вот помещики. Так, а крестьяне мне только проснулись и сидят. Короче, им пока еще делать нечего. Так, а сыночек у нас, смотрю, пошел уже арбузики собирать. Арбузики, да? Ладно, гуляйте, это ваш домик будет такой. И в скором будущем я сделаю большую-большую-большую-большую деревню, ребятушки. Так что обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Так, этот уже купаться пошел, да? Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, я с вами Нубик, с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч!